остановились. Ой, кстати. Всем привет! Сегодня у нас четверг. Мы поехали в Новый Свет и вот остановились на смотровой площадке. Вы посмотрите, какая красота! Такой серпантин. Ехать 10 минут, но по очень живописной дороге. Серпантин — это когда очень извилистая вот такая дорога по горам. И где тебя тошнит? Мы укутались, оделись, потому что ветер такой у нас во дворе был холодный. Поэтому мы в этот раз взяли все: и кофты, и куртки, и шапки. Класс. Сейчас пойдем поближе. А вот мы нашли на трубе надпись. Лыткарино 2017. Лыткарино 2017. А вон там гора Чертов Палец. Смотри, все рядом. Да. Урал, Химки. Вот еще Урал. Урал. Севастополь. Химки 2021. О, мы потом в Севастополь поедем. Мое день рождения там будем. Воронеж. Новосиб. В этом Самара. Году уже был. Где? Вон там. Самара. Угу. Да, Самара. Здесь ветра вообще нет. Фу, где жарко. Да. Так, вторая смотровая площадка. Вот гора с другой стороны. Вон сколько воронов. Господи, они так страшно кричат. Так, ну а здесь уже виднеется море. Вот Алчак у нас впереди виднеется, да, получается? Вот он. Мыс Алчак это. Приехали мы в Новый Свет и вышли на пешеходную зону. Это спуск к морю. Также здесь находится тропа Голицына, грот Голицына. Правильно, папка, я говорю? Да. Короче, идем вниз, будем смотреть, что же интересного нас ждет. Вот, пожалуйста, сдается жилье везде. Такие домики маленькие, видите, однокомнатные, скорее всего. Двери прямо рядом друг с дружкой и лесенки. А, вот это все не самое лучшее дело. Так, предлагают здесь сразу же прокатиться на катере вдоль тропы Голицына,
чтобы не утруждать себя. Вот, дом шампанских вин, Новый Свет, фирменный машина. Магазин. Направо идем. Машины ездят. Вот это вид открывается у нас здесь. Это я понимаю. А вот это посмотрите. Какая красота. Горы, лес, зелень, море, боже, небо, облака. Что может быть лучше? Такой понтон. Так это был шатающийся. У кого плохо с вестибулярным аппаратом, не советую подниматься. Круто, пап, круто, качаемся, смотрите. Поднимаемся. Так, мы идем на тропу Голицына и проходим мимо инкассаторской машины. А у нее вот такое стекло. Представляете, водительское? Стреляли в машину. Тропа Голицына. Карта, схема. Можжевеловая роща, царский пляж, голубая бухта, сквозной грот. О, это вот тут вот заходишь и где-то там выходишь? Мы до него дойдем, но тоже мамочки. Рощи сверху пойдем. Грот Голицына. Три ложи Евы, ложа Адама, лестница Тавров, долина Рая. Ничего себе. А туда долина Ада, мама. Ложа Евы, это получается гора? Ну, типа да. Долина Рая. Уютная, плотообразная долина. Понятно. О, спасибо. Наша любимая лестница и ступеньки. Мы по вам скучали. Хотя дома мы живем на 4-м этаже сейчас. Мы каждый день с Алисой поднимаемся пешком. Всегда. То есть на лифте мы совсем не ездим. Боже, можно я здесь останусь? Пожалуйста. И не буду ничего делать. Просто гулять. Вот бочка, куда сажают непослушных детишек. И вокруг можжевельник. Куда ты, тропинка, меня привела? Здесь тропа совсем сносная. Камни только вот единственное, нужно смотреть под ноги, не запинаться. И обувь опять не тонкая подошва, удобные кроссовки, естественно. Здесь еще изгородью все загорожено. Пихта, пихтовые, 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 иголочки, иголочки, шишечки. Все мое любимое. Смотри, как красиво. Туи. Бабочка. Ой, птичка в кустах. А там уже есть. Поет. Здесь скалы. Старая смотровая площадка, к ней мост уже все перекрыт, закрыто, и он развалился. Бревна там. Уже все сгнило, заржавело. Нам повстречалась скала. Она как парус какой-то. Закрывает от ветра, да? Нет, наоборот. Скамеечки для желающих отдохнуть. Ой. Там какая-то дыра.
напротив. Какая красота. Здесь скамеечка внизу. Можно посидеть. Мы идем туда, на скамейку? Тогда я пойду здесь. Это просто сделал вот эту всю историю камнепад. И кто-то тут повесил. О, смотри, Кирюшка, червячок. Это врата рая. Я захожу. Вот тут. Везде. Да, наверху скала. Везде установлены скамеечки для желающих отдохнуть. Но желающих-то нет, потому что, в принципе, людей нет. Класс. Осторожно, обвалы. Мама. Так, идем дальше. Такие ступени. Сделаны они из скалы. И каменная изгородь. Камни, еще и ракушки. О, все сделано из ракушек. Кстати, я вчера все свои ногти оторвала, психанула. Но завтра мы уезжаем в Севастополь, там сделаю ногти. Все из ракушек, да. Я люблю всякие приключения, а ты, Кирюшка? Напротив нас судак, а здесь внизу скалы, как киты. О, как будто вот горбатые киты прям под водой, темные. И ветер теплый-теплый дует. Скалы нагретые, теплые. Кажется, что водичка тепленькая, хочется туда занырнуть. Все, пойдемте. Смотри, какой ракушек. Смотри, как будто рожок мороженого. Угу. Ложи мне. Это я не стал вообще-то. О, ну ты у нас точно добыватель ракушек. Спасибо. Вау, посмотрите, куда мы пришли. Мы пришли в грот Голицына. Боже, боже, как страшно. Вон, смотри, что там. Так, а здесь неизвестно, безопасно ли тут стоять или нет. Ага. Какая красота. Не, мы дальше не пойдем, мне кажется. Мы сейчас до грота дойдем. Или пойдем. Вон там, в принципе, а ступенька. Тогда мы уже наверх на беседку. Это вот, кстати, разбойничек. Разбойничек? Да, видишь, сколько тут разбойников? Один вот тебя хватает. Так, скользкие камни под ногами. Лучше держаться. И вот мы попадаем в грот. Здесь дует ветер и холодно, сразу говорю. И очень шумно. И мы находимся прямо под скалой. А я так боюсь этого. Мне не нравится. Мне не нравятся всякие узкие входы, проходы. Я люблю открытую местность. Широкую, масштабную, свободную. Ой. Господи, хоть бы сейчас ничего не упало, а? Вот это камни, вот это камни. Это я понимаю. Берегите голову.
О, там винодельня была, что ли, хранилище вина. Ой, дяденька. Так, Галица в Новом Свете. Вот, видите, погрузка вина на пароход. Значит, здесь хранили вино. Тут надо читать, конечно, все. Ну, пойдем посмотрим. А, смотрите, какие здесь ходы, входы. А вот и бочки с вином. Нет. Ну, смотри, а вам кажется, какая-то пещера еще есть. Да. И еще здесь можно посмотреть. Да. Вот смотрите, отверстие для хранения бочек с вином. Боже, колодец. Да. Смотри. Ой, ну и запах тут. Мамочки. О, ну это. Это что, туалет? Нет, тут вода. Это колодец, смотри. Такой вот грот. Да. Прямо под скалой. О, вон там голубь сидит, спрятался. Ну, вот здесь вот укрывались люди, наверное, от шторма, да, от дождей. Как в фильмах ужасов показывают во всяких. Как они в скалах, в пещерах. Давай, королева. Всех с Днем Пионерии поздравляем сегодня. Скоро вы это ощутите на себе, Кирюха. Зачем писать вот это вот I love you, да? Зачем вот портить это все? Фотографии с этой надписью. На лбу бы себе написали. Так, ну мы хотим пройти дальше. Сейчас поднимемся, и вот где-то летит самолет, я слышу. Очень слышно, а мы внизу не видно. Дальше вот такие ступени уже. Ой. Смотрите, какие маленькие людишки по сравнению с этой скалой. Вот она над нами. Так страшно. И гул самолета. Такой громкий, но я никого не вижу. Здесь нет никого. Осторожно, Алиса. Здесь край. Я осторожна, мам. Можно ли мне выходить? Это обрыв. И над нами прямо скала огромная. Я боюсь, боже. А ты? Я тоже. Я сейчас задрала голову наверх, и у меня прям сразу зашатало. А вот там висит, видите, скалолазное снаряжение, крюки какие-то, веревки. Я не понимаю, если честно, спорт скалолазания, это же просто риск жизнью своей. Я не знаю, жизнь кому надоела. А вот кусок огромного камня держится на каком-то маленьком камушке. Нет! Вон чайка. Так, мы сейчас поднимемся до беседочки, вот до той. И, наверное, повернем обратно, потому что с детьми далеко-то не уйдешь. Поэтому нужно оставить силы на обратный путь. Вот камни просто кто где как застрял, тот там и лежит. Не люблю я такую нестабильность. Какой тут воздух, я не могу. Его просто нет, его не ощущаешь. Как будто вот в каком-то космосе. Чайка! Дельфины вида белобочка. Ну что, они здесь плавают? А, вот сквозной грот, наверное, где-то там.
Ну, чего же я увижу дельфинов-то? Морская свинья, смотрите, дельфин. Я такого не видела ни разу. И афалины, мои любименькие. Хорошенькие мои. Что, здесь можно их увидеть? Ой, пожалуйста, хоть бы я их сейчас увидела. Приплывайте. Дельфины! Я пришла! А вот эта скала похожа же на дельфин, наверное. Вот смотрите, это хвост, плавник и морда. Смотри, так это похоже на дельфина скала. Вот такие скамеечки здесь для отдыхающих. И вот такой вид открывается. Муж хочет запустить дрон. Ну точно. Смотрите, похоже на дельфина очень. А как это, кстати, называется? Где мы сейчас находимся? Вы здесь. Мыс Капчик. Голубая бухта. Сквозной грот. Царский пляж. Мы вот здесь. Мыс Плоский. Да, далеко идти. До сквозного грота. Ну, в принципе, этой красоты достаточно. И шумит самолет. Что ж такое? Это какой-то самолет летит. Какая тишина. Только шум волн и ветер. И квадрокоптер. Где-то наверху. Вот. Здесь нет ветра, скала закрывает. В общем, не поймешь, где наткнешься на ветер. И вот такой мыс. Красота! Я бы, конечно, все обошла вокруг. Но с детьми, к сожалению, не очень реально. Тем более машина у нас в другой стороне. Ну что, я жду дельфинов. Ну что это такое? Что за безобразие? В этом году я должна их увидеть. Тоже. Так, Царский пляж, сквозной грот, тропа Голицына. Thank you.
Ну что, а вот и дождь. Просто проливной. Резко начался. Просто моментально. И полил. Потому что туча над нами. Мы бежим прятаться в грот. Как я и говорила. Вот. А там вот катер плывет. Морская прогулочка. Как раз дрон приземлился. И сразу же пошел дождь, ливень. Фу, как неприятно. Холодный. Да, он сейчас закончится. Просто вот какая-то туча нас зацепила. Как в песне. Но мы все равно собирались обратно, поэтому главное, чтобы было не мокро и не скользко. Сейчас рядом с нами сидела две женщины. И прилетел дрон. И одна так испугалась, говорит, я думала, это беспилотник. Говорит, только уехала от них сюда. А тут снова беспилотники. Я говорю, да нет, это дрон, не пугайтесь. Представляете, у людей какие ассоциации с дронами. Она говорит, да, к ним бомбы цепляют и бомбят. Я, конечно, ей очень сочувствую, и это было неприятно. Жалко, что мы ее напугали, конечно. Вот. Вот такие нынче времена. Так, ну все, мы пошли обратно. Мы сели в кафе на набережной и снова заказываем чебуреки. Покажи вид. Это очень близко снимали. Все заказали чебуреки, а я выбираю. Я тоже хочу какой-нибудь. Чебуреки и комплексный обед. Ну, здесь чебуреки, кстати, не дешевые. В Белогорске чебуреки стоили по 80 рублей, а здесь они стоят 120-150. Вот, судя по тому, посмотрим. Что я вижу. Сыр, две картошка, сыр и мясо зелень. Запомнили? Нет, это мое. Это ваше, мясо зелень. Аккуратно, смотрите, запомнишь. Так, убирай меню. Ветчина, сыр. Так, папа, ветчина, сыр. Алис, это твой. Да. Нам принесли комплексный обед. Еще суп, лапша, рис, сосиска, салат, хлеб, компот туда входит. Чебуреки вкусные. С мясом очень перченый. Имейте в виду. Алис, тебе вкусный чебурек? Ветчина, сыр. Картошка, сыр. У тебя было мясо с сыром. Да, вкусно. Убейте меня. Мы сейчас в гору так бежали, до парковки дождь льет, и гора вот такая вот. А у меня чуть легкие не выпали. Сидим, греемся, дети замерзли. Ну такой Крым. Погодка ужасная. Но зато мы успели сходить на тропу, запустить дрон. И теперь довольны, наевшись чебуреков. Кстати, всем рекомендую. Кафе вкусное, рис, комплексный обед, весь вкусный суп, второе и салат, все вкусное. О, так что вот. Кафе находится прямо сразу после спуска налево. Кто будет в новом свете? Ну что, не знаю, как мы в такую погоду сейчас по такой дороге серпантин пойдем. Thank you.
время 6 часов вечера. Посмотрите на это небо. Пришло СМС. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Значит, угроза затопления низменных участков, выхода из берегов рек, короче, ливень, порывистый ветер. И все это идет сюда. Сегодня на завтра. Короче, сидим дома, носа не показываем. Ждем, что будет дальше. Я уже смонтировала еще один влог. Интересный, смотрите, там будет очень много видео с дроном. Дети смотрят мультики, на ужин будут пельмени. Поэтому вот так. Ситуация с другой стороны, со стороны гор. Здесь все чисто. И вот все идет с моря. Вся синева. Ласточки, голуби, чайки, горлицы, все на месте. Солнышко там даже светит. О, вот они все голуби-то сидят. На соседнем окне.